Здравствуйте, дорогие друзья! Я несказанно рад пригласить вас принять участие во всероссийском конкурсе саксофонистов «Прокофьев Сакс», который состоится 13 и 14 апреля 2024 года в городе Пушкино, в Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Сергеевича Прокофьева. Конкурс пройдет в два тура. Участники, прошедшие во второй тур, исполнят обязательные сочинения в сопровождении камерного и духового оркестров. Лауреатов конкурса ждут ценные призы – мундштуки, лигатуры, нотные сборники, гайтаны и, наконец, гран-при саксофон. Мы ждем всех неравнодушных почитателей саксофона в нашем славном колледже.